Каждый из тех, кто в этот день приехал на праздник, самым важным в своей жизни считает семью. В Национальном конном парке «Русь» собрались многодетные семьи. Эти мамы и папы знают твердо – счастье именно в детях. Четвертый уже такой фестиваль, который проходит у нас. Парк «Русь» как нельзя лучше под это мероприятие подходит. Здесь и большая стоянка, большая территория, есть где разместиться. Все довольны, всем весело. То есть это настоящий праздник семьи. Со сцены участников фестиваля поздравил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Семья – это самое святое. Вы как никто это знаете. Вы пример, образец семьи. Сегодня порядка 400 многодетных семей с разных уголков региона у нас здесь находятся. И мы горды и рады, что на земле Ленинского городского округа проходит этот замечательный праздник. Вместе с заместителем министра соцразвития Московской области Надеждой Босс Дмитрий Абаренов оценил мастерство участников фестиваля пирогов. Остановился почти у каждой семьи. Интересовался тем, кто готовил выпечку. В больших семьях у мам много помощников. И это как никто доказал данный конкурс. Представляете, в семье 10 детей. И у мамы еще хватает времени и сил печь пироги. И не только самой печь, но и учить своих детей, передавая им свои традиции. Жители Ленинского городского округа Анна и Михаил Кучер в браке 5 лет. За это время у них родилось трое детей. Суть брачных отношений глава семьи видит в простом. Любить, уважать, беречь детей, поставить на ноги. Многодетная мама Анастасия Абакумова привыкла баловать домашних вкусной выпечкой. На фестиваль она привезла пирог, который в ее семье очень любят. Он такой универсальный, он всем нравится. И вот цветы, ну как бы семья, любовь, гармония. Все пироги на конкурсе были представлены в 10 разных номинациях. В номинации «Богатырский пирог» я просто уверена, первое место должен занять вот этот пирог, который испекла семья из города Люберцы. После того, как жюри прошло по всем рядам и оценило конкурсные работы, каждая хозяйка разрезала свой пирог, чтобы угостить участников праздника. Одна из семей из городского округа Одинцова свой торт решила преподнести бригаде скорой помощи, которая дежурила на фестивале. Сердечное угощение. Хотели бы вам угостить, спасибо, чтобы вы покушали. Хотите здесь, хотите в больницу отвезите. Так что, чтобы у вас дежурство хорошо проходили. Неожиданный подарок сотрудник скорой помощи решил отвезти на станцию, чтобы торт смогли попробовать и его коллеги. А ожидание оглашения результатов было недолгим. В каждой номинации наградили по 3 семьи. И вот на сцену начали приглашать тех, чьи пироги, по мнению жюри, оказались самыми-самыми. Зарайск, семья Башировых! Все победители получили хорошие подарки, ну а каждый участник увозил с собой отличное настроение и желание вернуться сюда вновь через год. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.